Zhejiang CF Moto Power Company Limited основана в 1989 году. Компания занимает территорию в 150 тысяч квадратных метров, а площадь завода по производству техники составляет 120 тысяч квадратных метров. Здесь работают более 1300 сотрудников. Компания располагает производственными помещениями по сборке техники, двигателей, производству рам, механической обработке и покраске. Более двух десятилетий стремительного развития превратили компанию в современное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве высококлассной техники для активного отдыха, а также продажах продукции как на территории Китая, так и за рубежом. В линейке предлагаемой продукции – мотоциклы, квадроциклы, двигатели с жидкостным охлаждением, скоростные моторные лодки, экипировка и аксессуары. Непрерывное развитие и технические инновации позволили компании успешно представить на рынке 35 моделей техники и 12 серийно выпускаемых двигателей, на которые получено 122 патента. CF Moto является одним из членов комиссии по подготовке государственных стандартов Китая. Компания неоднократно удостаивалась различных правительственных и международных наград. CF Moto были разработаны первые 650-кубовые двигатели китайского производства, первый спортивный мотоцикл, модель 650NK, первые квадроциклы с двигателем 800 кубических сантиметров и первые двигатели для моторных лодок с объемом 1500 кубических сантиметров. В CF Moto создана международная дистрибьюторская сеть, которая включает в себя более 2000 дилеров в более чем 70 странах Европы, Северной и Южной Америки, Океании и Африки. Компания постоянно увеличивает свою долю на рынке и является лидером продаж внедорожной техники в России, Швеции, Великобритании, Германии, Франции и Австралии. В Китае CF Moto – это хорошо узнаваемый высококлассный бренд. А тот факт, что мотоциклы CF Moto были выбраны для эскорта иностранных правительственных делегаций, навсегда изменил представление о технике, сделанной в Китае. Серия CF Moto NK стала знаковым продуктом в сегменте крупнокубатурных мотоциклов, характерными чертами которого являются безупречные характеристики, динамичный дизайн, отличная управляемость и качество продукта, впитавшего дух его создателей. CF Moto стал наиболее влиятельным брендом в индустрии техники для активного отдыха в Китае и стоит на первом месте по объему экспорта, занимая лидирующие позиции в сегменте крупнокубатурных мотоциклов и двигателей. Развитие CF Moto происходит в соответствии с изменениями рынка и потребительских предпочтений. Девиз компании – прогресс, целеустремленность и больше удовольствия. Цель компании – быть в числе лучших мировых поставщиков техники для активного отдыха. Пропагандируя культуру езды на мотоцикле посредством клубных мероприятий, сервиса справочной информации и онлайн-сообществ владельцев техники, компания создает уникальный образ жизни мотоциклиста и платформу для знакомств. CF Moto активно участвует в гонках на квадроциклах и мотоциклах по всему миру. На гонках Isle of Man Tourist Trophy в 2016 году модель CF Moto 650NK заняла 4-е место, что стало историческим событием. Это был результат, достигнутый мотоциклом китайского производства в гонках мирового уровня. CF Moto продолжает придерживаться своего девиза «Прогресс, целеустремленность и больше удовольствия». Компания нацелена на непрерывное развитие в сфере техники для активного отдыха путем наращивания производственных мощностей, улучшения дизайна и применения инноваций. CF Moto. Больше впечатлений вместе.